Вот уже более полутора лет идет специальная военная операция на Украине, которая нужна для освобождения территории Донбасса и обеспечения безопасности России. Неравнодушные славянцы постоянно наращивают поддержку наших воинов, мужественно защищающих интересы страны. Как известно, военные победы во многом делаются в тылу. Справедливость этой простой истины подтверждается и в работе славянской волонтерской организации «Надежный тыл». Самые обычные люди, от студентов до пенсионеров, представители предприятий, предприниматели, несут вещи, продукты, вносят посильный вклад своим трудом, делая то, что необходимо. Волонтерская группа «Надежный тыл», расположенная по адресу Славянск на Кубани, улица Победы, дом 272, собирает все виды помощи и отправляет ее солдатам и офицерам. Очень хочется сказать, что все неравнодушные граждане присоединяются к нашему движению. Называемся мы группа волонтерская «Надежный тыл». Помогаем мы нашим ребятам, бойцам, привозим гуманитарную помощь, очень много делаем своими руками: борщи, супы, вяжем сети маскировочные, шьем тактические носилки, вплоть до сухарики сушим, которые тоже им необходимы. Мы очень бы хотели, такая одна из наших важных задач, попросить наших неравнодушных граждан города, если у них есть такая возможность, есть такое, как милосердие проявить, прийти на пункт, поплести, маскировочные сети, вот девочки наши плетут, помочь, физически помочь. Приходите, мы будем рады вас видеть, нам нужны свободные руки. В помещении волонтерской группы установлены специальные стенды для изготовления маскировочных сетей, очень необходимых бойцам СВО. Пока не хватает тех, кто сможет изготавливать эти сети. Особых навыков для плетения маскировочных сетей не нужно. Надо только час-два свободного времени и желание внести свой вклад в общую победу. Все желающие помочь славянцы могут обращаться по телефону 8-918-256-69-905. Надежный тыл и славянские ребята на фронте нуждаются в нашей поддержке.